Тело танцора – это просто светящееся проявление его души. Айседора Дункан. Это искусство зародилось еще в 16 веке во Франции. За столетие существования балет, а речь именно о нем претерпел немало реформ и изменений. Появились и отдельные его направления. Классическую постановку наверняка каждый из вас видел. А мы сегодня познакомим вас с балетным танцем «Модерн». Это программа «Танцующий мир». Неоклассический балет, то есть свободный танец, использует ту же терминологию и технику, что и классический танец. Однако этот стиль в основном более стремительный и быстрый. У танцора фактически не остается времени на то, чтобы продумать свой поворот или прыжок, поэтому все движения должны быть заранее отточены. Сложность этого танца в том, что нужно будет совместить, да, очень трудную работу танцора, потому что он исполняет именно классический танец, так как основа все-таки в нем. Но при этом на лице сохранять спокойствие, безмятежность и женственность. Неоклассический стиль прежде всего связан с именем Джорджа Баланчино, который на основе классической техники создал абсолютно новое направление в балетном искусстве. Он сделал ставку на мастерство танцора. Фееричное зрелище стало необычайно популярным в 20 веке. Сегодня традиции, заложенные Джорджем Баланчино, продолжают Шарль Жюд, директор балетной труппы Национальной оперы Бордо. Чтобы быть на сцене, нужно быть победителем, казаться сильнее всех. Это касается не только физических возможностей, но в первую очередь мышления, менталитета. Каждая секунда жизни танцовщика – постоянное соревнование, и этот багаж знаний и опыта нужно нести на протяжении всей карьеры. Безусловно, неоклассический балет сначала получил широкое распространение в Соединенных Штатах Америки, где можно было отойти от традиционных правил и создать совершенно уникальный танец. Немного исторической справки. Родоначальницей свободного танца, который дал импульс к реформе классического танца, считается Айседора Дункан. Интересно, что возлюбленная Есенина была не просто артисткой и танцовщицей. Она, как и ее единомышленники, мечтала о создании нового человека, для которого танец будет более чем естественным делом. Костюмы балетных танцоров невероятной красоты, с богатой вышивкой и аксессуарами. Женщины надевают так называемые романтические пачки или шопенки, словно сплетенные из воздуха. Многие исполнительницы все еще носят пуанты, однако в свободном танце можно обойтись и чешками. Традиционно волосы балерин собраны в пучок. Сейчас это не только изысканно, но и в тренде. А теперь, дорогие зрители, давайте разучим несколько балетных па, но уже немного стилизованных. За помощью я обратилась к очаровательному хореографу и артистке балета Государственного театра танца Индире Галиевой. Давайте попробуем, наверное, такое движение, оно называется балансе. Да? Руки также берем со второй, доводим ее до третьей позиции, при этом сохраняя вторую позицию, да, очень ровненько, чуть выше. Угу. Сюда. И сюда то же самое, да? Значит, направо и налево. Естественно, потом у нас еще будет добавляться корпус. Но это давайте сначала еще подучим ножки. Значит, ручки уберем для удобства пока вот так вот, назад. Давайте попробуем. Раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. Отлично, да? Раз, два, три. Давайте соединим теперь ноги и руки вместе, да? При этом, давайте пока без корпуса, просто движение, как оно есть. Давайте попробуем. И раз, два, три. Раз, два, три. Голова поворачивается налево. Отлично. И направо то же самое, да? Давайте попробуем следующее движение. Значит, начинаем мы с арабеска. Рука по плечу. Здесь, соответственно, по второй позиции, да? И подставляем в пятую позицию, руки в третью. Угу, хорошо. Добавляем движение. То же самое в левую сторону. Первый арабеск. Хорошо. Фаи. Да, только эту ручку чуть выше, это чуть-чуть ниже, да? Вот. Подставляем ножку в пятую. Пятую позицию, левую ногу. Да, руки поднимаем в третью. Корпус чуть-чуть налево. Классический танец, он самый сложный, да, по исполнению. Нужно учиться специально, это не придет человек с улицы, не станцует так, как нужно. Давайте попробуем сделать балансе. То же самое, только вперед.
Ножки работают у нас очень просто. Раз, два, три. И назад. Раз, два, три. Да? Ручки работают в первой позиции. Алянже. И подготовительную позицию. Теперь все это совместим вместе с ножками. Попробуем. И начинаем с первой. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Знаете, Неделя, я с вами абсолютно согласна, да, что непростые движения. То есть, очень сложно удержаться. Все работает, все натянуто до предела. Да, обязательно. Да, все мышцы. Но при этом, конечно, нужно на лице сохранять безмятежную улыбку. Не показывать, что это очень сложно. Просто нести красоту. Дорогие зрители, как мы уже сказали, на самом деле балет – это очень сложно. Это требует полной самоотдачи, это требует полной концентрации. И при всем этом нужно не забывать о том, чтобы сохранять, как сказала Надежда, свое очень доброе, теплое выражение лица. Я думаю, вам всем обязательно нужно попробовать. Балет – это удивительное искусство с точки зрения того, что артистам недостаточно хорошо танцевать. Они должны знать музыкальную культуру, историю, литературу и сценическую драматургию. Это очень высокий уровень эстетики. На сегодня все. Встретимся ровно через неделю в программе «Танцующий мир». Не забывайте смотреть наши выпуски онлайн.